В Ульяновской области зарегистрировано 562 кандидата на участие в праймерис «Единой России». Из них 492 человека участвуют в отборе на выборы в законодательное собрание Ульяновской области, 121 – в городскую думу Димитровграда, 51 человек и в тех, и в других выборах. По предварительным данным, уже зарегистрировано более 90 тысяч избирателей. Вообще жители Ульяновской области проявляют интерес предварительному голосованию, что говорит о том, что наши кандидаты своими повестками попали в общественный запрос именно благодаря предварительному голосованию партии. Пройти процедуру предварительного голосования жителям региона помогают активисты партии. Волонтеры выезжают в центры активного долголетия в районы по запросам от общественных организаций и жителей, а также проводят консультации в штабе общественной поддержки по адресу город Ульяновск, улица Спасская, 8. В штабе общественной поддержки у нас работают цифровые, так скажем, волонтеры, которые могут помочь абсолютно каждому желающему принять участие в голосовании. И уже здесь на планшетах, на компьютерах, на ноутбуках пройти эту процедуру именно для тех, у кого нет этой возможности или не может это сделать самостоятельно. Принять участие в качестве избирателя может любой совершеннолетний житель региона, который зарегистрируется на сайте, который вы видите на экране, до 26 мая. Процедура предварительного голосования «Единой России» продлится до 28 мая. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.